Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я нахожусь дома. Я имею в виду дома, я в Казахстане. В гостях у дочки. А здесь вот Джинджер, собачка их. Джинджер, передавай привет. Я в Алматы. Сегодня вечером уезжаем в Тараз. Все хорошо прошло, нормально мы встретили нас. С тепловизором, как я уже говорила, тепловизор нам в лоб. Стояли там человек 20, наверное, возле самолета. Короче, всех проверяли. Стояли в специальных халатах, в масках, в перчатках. Вот так вот. Вовремя мы прилетели. 16 числа, то есть вчера. 8 часов утра у нас объявили карантин в Казахстане, запретили вылеты, закрыли аэропорт, все самолеты во все направления. Вот так что мы вовремя успели. Мы прилетели в 4:15. Вот. Это было вчера. Хотели вчера уехать, но не было билетов на поезд. Вот на завтра взяли билет. Так что, ребятушки, все у нас нормально. Там у всех на границе проверяли температуру. Одну женщину отправили в карантин. Вот. Там прям стоят и врачи. Проверяют у всех температуру тепловизором. Вот. Ну, вообще все нормально. Все нормально обошлось. Все. Наконец-то мы на родине. У нас в Казахстане тишина. Видите, здесь какая красота. Эта дочка живет у меня в пригороде. В курортной зоне. Но здесь воздух очень хороший. Свежий воздух, вот видите, горы там, вот, в общем, вот такая красота. Города как будто вымерли у нас, никто не гуляет, пробок нету вот в Алмате сейчас. Детям строго-настрого запретили появляться на улице. Там вон собачка грызет косточку свою. И карантин у нас 16 марта по 16 апреля. Запретили всякие там развлекательные мероприятия, гуляния там. Вот я хожу на йогу. Йогу тоже у нас пока закрыли временно. Йогу, танцы. В общем, все бассейны, все кафешки, кинотеатры. Все это закрыто. Так, магазины продуктовые, по-моему, работают до 6. А остальные бутики, все это закрыто, строго-настрого запретили. Все продавать, там одежду. В общем, базары у нас, я не знаю, я еще сейчас поедем в Тараз, посмотрим, какая там обстановка у нас в городе. Ну вот я читаю СМИ, и, в общем, написано, что везде запрет. Вот не знаю, как с работой мне быть. Вот. Многие работают удаленно, но у нас удаленно, конечно, никак не получается в ателье. Это люди должны прийти, мы должны их обмерять. Вот так. Поэтому я завтра приеду, пойду на работу. В общем, посмотрим, что и как. Как можно. Может, потихоньку будем работать. Вот. В общем, там будет видно. Какая же здесь красота, как же здесь хорошо, ребятушки. В общем, вот так вот. Единственное, как я приезжаю сюда, в Казахстан. Ну, из-за того, что, наверное, климат сухой, у меня начинают слезиться глаза, болеть начинают глаза. Вот вчера вроде ничего было, когда мы прилетели. А сегодня уже с утра начинается
начинают выделяться слезы. Так что вот этот тропический климат как раз он для меня, как раз по мне. Поэтому вот я так вот часто выезжаю за границу, в теплые края, потому что там хорошо мне. Вот. Там всегда тепло, суставы у меня не болят, глаза у меня не слезятся, не болят. В общем, все хорошо там. Единственное, там сильно жарко, и этот сильно я загораю. А когда начинаю я загорать, у меня лицо прям пигментация повышенная. Все лицо в пятнышках. Вот этим вот и плохо. А так я бы жила там. Я бы жила в теплых странах. Жирочек, и что ты там нашел? Что там грызешь? А? И что ты там грызешь, жинжирочек? Косточку какую-то нашла, да? Косточку нашла маленькая. Девочка. Ну, такая у них собачка. Породистая. Сичка такая? Ну, можно вытереть. А что, ты будешь на велосипеде кататься? Мы только вчера накачали? Мы только вчера вот эти вот колеса отсоединили. Ну а что ты будешь теперь делать? Два колеса. Красота, горы прям снежные. Это такая елочка у них растет во дворе. Тут забор, который Джинни. В общем, здесь вот качелька такая, горка детская. Но здесь надо все до ума доводить. В общем, вот у них дом такой. Три этажа. И вот так по лестнице поднимаешься. Вот такая зона у них. Зеленая зона отдыха. На горочку. Да, Викуля? Сколько травки здесь. А? Можно тут сидеть, когда погода жаркая. И тебе... будет крыша прикрывать от солнышка. А, ну давай катайся, будешь спускаться? Спускаться будешь? Давай. Ой! Ну, классно лето вот так. Здесь можно подтягиваться вот так вот. Тут вот качельки. Вот это качелька. А как туда сядешь-то? Это же для совсем маленьких. Одна перекладина лишняя вот эта. А, поднимается. Ну садись. Вот птичка накакала. Ну ничего страшного. Потом стряхнешь штанишки. У тебя и так штаны уже грязные. Сзади вот. Кулечка вот катается на качельках. У себя во дворе. Вот, вот, видите, как классно. Даже никуда нельзя, не надо ходить. Сейчас же детишкам запретили строго-настрого появляться на улице. Так что хорошо, что у них такой огромный двор. Вот здесь вот поднимаешься по лестнице наверх. Вот такая ель у них. И вот так спускаешься туда. Но это надо все убирать здесь. Вот так внизу домик там. Ихний домик. То есть получается у них вот, вот это вот. Второй этаж, первый этаж внизу, там гараж, кладовки там, прихожка. На втором этаже у них кухня здесь, кухня-студия, там гостиная, детские спальни, ванная, ой, не ванная, а умывальник, комната умывальная с туалетом. И наверху здесь тоже вот комнаты у них для гостей. Огромная ванная, вот, потом еще комната Лёшкина и кладовка здесь вот так вот. Еще очень большой дом, хорошо вот так вот выйти прогуляться. И Викулечка катается. Чего, ты боишься, что ли? Ну все, останавливайся. Приветуськи. Ох, я вот так качаюсь.
О, она не оторвется, а? Наверное, нет. Ой, 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 ой. Бабка тяжелая. Бабка тяжелая. А это низко. Это, наверное, для Лешки, да? А это для папы. А это для папки. Ох! Вот ребятушки у зятя на работе тоже один заболел коронавирусом. Сейчас позвонили, сказали, что у него чрезвычайно тяжелое положение. Самая последняя стадия – это иностранец. Зять у меня работает в иностранной компании. То, что вот такая вот ситуация, становится что-то страшновато. Но зять все равно хочет поехать на вахту. А что делать? Работать-то все равно надо. Я думаю, все будет хорошо. Все у нас будет нормально, ребята, прорвемся. Все будет окей. Всем нам здоровья, всем нам счастья. Очень всем до свидания. Я как-то брала такие орешки, мне они очень понравились. Вот микс. И недорого. Вот такая пачка стоит около $5. Нормально? Вкусно, да? Угу. Валер, попробуй. Орешницы.